Здравствуйте, уважаемые любители природы. Хороший зимний денек, все-таки зима у нас наступила, в конце концов. И, конечно же, на кормушках птицы. Там, видите, сзади самоделки две в виде домика. Одна кормушечка, другая вот из большой бутыли 5-литровой сделана. В той бутыли 2-литровая бутылка. Она была с утра полна семечек подсолнечных, так сейчас там, видите, немножко чернеется, семечек осталось. Вот такой бутылки полной, 2-литровой, хватает им до обеда. Там внизу много шелухи подсолнечных семечек. Ну, естественно, здесь снегири главные потребители этой продукции. У них там как раз очень много везде, и на кормушках, и на кустах. Снегири раз, потом их ближайшая родственница чечевица, это все семейство вьюрковых. Сюда же щеглы относятся, но щеглы обычно редко прилетают на кормушки. Они любят зимой питаться прямо на лопухах, на репейниках, которых сейчас много в начале зимы. Им не до кормушек. А вот эти птицы постоянно. Большая синица с желтыми боками. Наша известная городская птичка, завсегдата, которую мы любим на балконы своих подкармливать. Она у нас все время сало на балконе ест. Шкурочку повесишь, так и она. Вот. И вон там сало тоже висит, большая такая длинная шкурка. И только что на этой шкурке был дятел, большой пёстрый дятел. И вот такой птичий разноголосица или многоголосица стоит вот постоянно. Пока мы здесь ее снимаем, там смотрели, он только и слышен щебет всевозможные. Короче говоря, вот такой, конечно же, когда человек вот так вот находит время, чтобы сделать кормушки, вот, устроить это, повесить их, потом регулярно подсыпать корм, следить, чтобы они были привлекательные для птиц, чтобы птицы могли прилетать здесь кормиться. Это, конечно, большое дело, интересное дело и очень похвальное, важное дело. Это хорошо, что такое люди, некоторые люди, даже многие люди в Угличе этим занимаются. Не только женщины, а я знаю, много мужчин занимаются этим делом. Вот. Вот такое хорошее, благое дело. Ну, что еще осталось сказать? Вот. Сейчас они все, птицы эти, подкармятся, потому что им корм необходим. Снегири свой ясеневый, любимый корм, это плоды ясеня в городе попадается много с начала зимы. Уже везде почти подъели, такой, где такие остаточки маленькие. Поэтому им вот такое подспорье, конечно, очень кстати. Синицы скоро большие синицы улетят, не скоро, где-то пока они сейчас только еще начинают песни свои петь весенние, а потом где-то в феврале еще будут песни весенние петь свои, так? А в середине марта синица большая вот с желтыми боками улетит в лес. Парочками соберутся, и там гнездовой период начинается. До середины апреля уже улетят в лес снегири. Они позже синицы. Большие синицы раньше улетают на гнездовье. За ними на снегири, и в то же время и зеленушки улетят. Кстати, зеленушка, у нас довольно-таки редкая птица, на кормушке она редко прилетает. А здесь бывает частенько. По рассказу хозяина этого дома, этих кормушек, они подлетают, и прямо на наших глазах тоже прилетела и сидела зеленушка. А зеленушки обычно они улетают южнее зимовать, потому что наши морозы, ну, с севера средней полосы, им не очень-то подходят. Но если зимы теплые, они остаются зимовать в Ленинградской области, в Вологодской, нашей, естественно, нашей Ярославской. Она, в общем-то, серая птичка, серовата, но вся фон весь зеленовато-желтый. Хорошо отличается. Допустим, осенью иногда вдоль полей колхозных, если бывший колхозный пройдешь, там прямо такой целый стай зеленушек, как видишь, они летят, очень красиво получается. То есть птица наших лесов, наших полей. Вот. И вот такая встреча с ними могут зимой около дома. Казалось бы, что если сделать, а тем не менее человек, городская среда ее привлекает, так же, как привлекает и многих других птиц. Кстати, я даже однажды видел у своего дома, прямо на своем балконе, там, где вывешено было сало для синиц, вот, подлетела сойка. Подлетела, села на край балкона. Но она, правда, туда не стала к салу пробираться, потому подумала, и обратно улетела на деревья во дворе дома. То есть даже сойку можно увидеть на кормушке. Типичную лесную птицу, которая вроде бы питается желудями и так далее, а вот чего что-то во дворе и нужно. Вот, то есть двор – привлекательное место зимой для птиц. Двор, город, человеческая среда.